1400 новобранцев из Чувашии отправились на службу в рамках весенней призывной кампании. Весенний призыв граждан на военную службу в этом году закончился 15 июля. Задание, установленное штабом Центрального военного округа, выполнено в полном объеме. Отправлено в войска 1400 человек, в том числе вооруженные силы Российской Федерации 1300 человек. Сухопутные войска 779 человек, военно-морской флот 60 человек, воздушно-космические силы 172 человека. В рамках весеннего призыва были задействованы мероприятия контрольного медицинского обследования, когда в отношении 1611 граждан Минздравом были проведены так называемые контрольные мероприятия, где были отменены частично решения призывных комиссий муниципальных районов и городских округов, и ряд граждан были признаны призывниками в установленном порядке. Так называемый процент годности в этом году составил более 70%. Но в соответствии с концепцией Федеральной системы подготовки граждан России к военной службе, перед региональными властями стоит задача к 2020 году довести этот показатель до 79%. Первоочередной мерой станет профилактическое обследование здоровья призывной молодежи.